Начинаем заправляться на счетчике. 300 гривен без остановки. На счетчике 300 гривен. Снимаем пистолет в отщелкнутом состоянии. На счетчике 299 гривен 98 копеек. Заправка на механизаторов 3. Давайте мне, пожалуйста, на 50 гривен. Я вас сразу предупреждаю, что я делаю контрольную залив. Сдачу. Сдачу и чек. Сдачу и чек. Да, спасибо. Она дала сдачу и чек. Включает. Да, как мы видим, уже 49 копеек. Такого не должно быть. У меня пистолет был открыт. Оставить пистолет в отщелкнутом состоянии. То есть не во включенном, чтобы бензин сразу пошел, а в отщелкнутом. Но я хочу посмотреть, обнуляется ли счетчик или не обнуляется. Потому что меня здесь... Ну просто пусть отщелкнутый будет. Сейчас она включит колонку. О, пожалуйста, 50 копеек на счетчике. Вот с чего они начинают заправлять. Ну, это бред, капец.